9 октября в историческом парке «Россия. Моя история» состоялось открытие выставки «Битва за Кавказ», приуроченной 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, посетил открытие мультимедийной выставки глава Дагестана Сергей Меликов, который вспомнил, кто отстоял страну 80 лет назад. Добровольческим формированием, которые создавались на территории Северного Кавказа и ломали хребет наступающим гитлеровским войскам в Ольхотовских воротах и под Моздоком и Благобеком, из которых потом вырастали талантливые военнослужащие, командиры и начальники, которые потом из национальных превращались в регулярные формирования, многие из которых заслужили звание гвардейских. Отметим, что выставка разделена на 7 тематических залов, которые полностью отражают все стороны исторического события посредством интерактивных тачскринов. Благодаря такой организации посетители могут полноценно погрузиться в годы Великой Отечественной войны и ознакомиться с хронологией битвы. Созданием данной выставки занимались отделения Российского исторического общества, Миноборонауки, ДГУ, ДИРО, ДГПУ, Центральный государственный архив Республики Дагестан. Выставка будет открыта до конца текущего года. Отметим, что школьники могут посетить ее бесплатно.